Москва и дальше будет оказывать помощь Дамаску в борьбе с терроризмом. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подтвердила в среду, что в Сирии находятся военные специалисты из России. Они помогают своим коллегам осваивать боевую технику и вооружение, которые поступают в это арабское государство согласно имеющимся контрактам и в соответствии с международным правом. Российская сторона не раз отмечала, что все поставляемое оружие предназначено для противодействия террористической угрозе. В ответ, по словам руководства внешнеполитического ведомства России, Болгария и Греция закрыли в понедельник воздушный коридор для доставки в Сирию гуманитарных грузов. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что сделано это под давлением США и Евросоюза, а отказ Афины Софии от предоставления воздушного пространства является уходом от выполнения ими международного долга. Он также обещал, что альтернативные маршруты поставок гуманитарной помощи в Сирии будут найдены в ближайшее время.